Аккуратная прическа, яркий наряд, ровная спина и точные выверенные движения. Танцоры 5 лет и старше делают свои первые шаги на паркете. Турнир по спортивным бальным танцам собрал Воденцова более 50 юных участников из Москвы и Московской области. Большинство ребят представляют Одинцовский район. На этом межклубное соревнование мы приглашали к себе спортсменов из клуба Москвы и области. И они сегодня, к нашей большой радости, приехали к нам в гости. В программе состязаний полька, медленный вальс и ча-ча-ча. Девочки и мальчики танцуют в одиночку, солируют. По признанию дебютантов, так гораздо удобнее показать все, на что ты способен. Каково танцевать без партнера? Это удобно, приятно, и потому что партнер может спотокнуться, и из-за него распадется пара. Так, а ты как считаешь, как лучше, с партнершей или без? Мне кажется, что лучше с партнершей, потому что мальчики, они немного хуже танцуют, чем девочки. Несмотря на юный возраст, 6- и 7-летние мальчики и девочки танцуют не первый год. За плечами несколько турниров, победы и поражения. 5-летний Илья Ковалев из Одинцова стал дебютантом турнира. Выступление в категории соло прошло на 5 с плюсом. Илья стал лауреатом среди детей 2011 года рождения. Сегодня что ты танцевал? Какие танцы? Вальс, ча-ча-ча, кот. Это дети, которые полностью отдаются нашему виду спорта, чему мы безумно рады, потому что это здоровье, это красота, это грация, это, с другой стороны, даже и хорошая успеваемость в школе, потому что спортсмены, они себя очень хорошо приучают к дисциплине и умеют правильно распределять свое время. Наши детки учатся всегда хорошо. Вслед за малышами на паркет вышли ребята постарше. Им предстояло проявить себя в 4 танцах. Дальше выступающих сменили более взрослые спортсмены, а под финал на паркете кружились и юниоры. Соревнования в Одинцово Московской Федерация танцевального спорта проводит 3-й год и неизменно собирает самых преданных поклонников спортивных бальных танцев.